Ну, в общем, смотрите, мы ищем секретное оружие. Оно разбросано по вот таким вот картам. Сейчас покажу вам, смотрите, в этой игрушке, в Тапсе, в новом обновлении. Ну и... О, кстати, я уже нашел. Ух ты. Это удачно, очень удачно. Всем привет, с вами я, Богдан, и это топ-канал студия SunnySouth. Как сделать так, чтобы я смог карты все посмотреть? Так, да? Как он называется? Sandbox, правильно? Симуляция. Это что за симуляция? Это карта так называется? Ого, понятно. Понял. Не, нам вряд ли нужна эта карта. Нам нужна карта Tribal, наверное. И что здесь нужно найти? Какой там кнопкой это активировать? Блин, я забыл. Че? Нет, нет, не я. Китайские добавились, чуваки. Эту штуку мы тоже посмотрим. Тут, по-моему, больше ничего нету, правильно? По-моему, ничего больше нету тут. Так, следующая карта, смотрим. Блин, а какую кнопку, чтобы я мог нормально камерой двигать? F. О, F, да. Даже музыка пропала. Тут у нас где-то вроде что-то тоже должно быть. Или нет? Ну, не знаю, я ничего не нашел. Так, окей, следующее. Там Fox Table, в смысле. Ну ладно. Так, здесь у нас где-то тоже должна быть оружка. Точнее, секретное оружие. Но так, по-моему, еще никто не искал без подсказок. Просто по картам шарить. Это хард, конечно. А в этой карте вообще нельзя проваливаться сквозь. Под карту. Значит, вряд ли тут что-то будет, правильно? Хотя вот... А, нет, это листва просто. Да нет, слишком видные места. Они здесь. Вряд ли здесь что-то есть. Так, F. Фермер один. О, хоть где-то музыка есть. Ну, тут что-то есть или мне... Или нет, все-таки, я не помню. Секретные войска. Плиз. Ну, в общем, смотрите, мы ищем секретное оружие. Оно разбросано по вот таким вот картам. Сейчас покажу вам, смотрите. В этой игрушке, в Тапсе. В новом обновлении. Ну и... О, кстати, я уже нашел. Ух ты. Это удачно, очень удачно. Классно. Да, и таких должно быть полно, потому что я, кстати, еще не смотрел. В принципе, это у меня только второй этот. Секретное войско второе. Из всех. А их тут очень много уже. Она собиралась. Кстати говоря. Ну, вроде бы все, да? Где еще может быть? Где-то здесь? Вряд ли. Прикольно, сойдет никуда. Ну ладно, нормально. Этой игре простительно такое. Итак, вряд ли здесь что-то еще есть. Фермер второй. Да, в общем, находим еще один приз, так сказать, в студию. И будем заканчивать этот ролик. Так, нажимаем F. Не, ну, мне кажется, я вряд ли найду что-то. Стоп. А разве... А, нет. Так, где же что-нибудь может быть такое, не? Чудо. Да, видео затягивается. Я думал, оно вообще 2 минуты будет. Да уж, ничего не вижу. Хреново. Уже пошел мой дел второй или какой-то первый. Слушайте, я уже пол карты прошел. Ой, пол карты просмотрел, у меня пока ничего нет. Ну, точнее, у меня уже 2 есть войска, но да, могу я хотел бы. А, через F точно быстрее будет проще. Я бы хотел найти хоть что-то. А, да. 5 словесных бонусов, что ли? Ух ты, дверь никуда. Вот это интересно очень. Блин, может в будущем что-то там будет. Скорее всего, кстати. Неужели ничего нет? Да ладно, что такое? Блин, я 2 вещи уже нашел.
Две нашел, третью не могу найти. О, топор. Правильно же? Да, это третья вещь. Отлично. Yes. Все. На этом мы заканчиваем наш обзор. Что-то аж музыка залагала. Ладно, и так видео слишком затянуто получилось. Я хотел на 2 минуты, а получилось 4 минуты и сколько. Всем спасибо, до свидания.